Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Ну что, у нас закончился сезон, и мы забираем наши награды. Давай-ка, пиндеточка, показывай. Так, ну что, ребят, тут, как мы видим, у нас 7 паков. Ну и плюс, конечно же, новый значок. Так, а я надеюсь, хотя бы одна легендарочка нам все-таки да выпадет. Поехали смотреть. Так, из необычных ничего необычного, ребята. Все это у нас есть. Наверное, очень много дублей будет, как всегда. Так, пошли редкие. Так, ягода, орех. Так, зомби-призыватель. Мега редкие есть. Ага. И легендарка, друзья мои. Легендарочка. И это... две легендарки! Друзья мои, я вам скажу следующее. Две легендарочки — это уже хорошо. Тем более, когда выпадает маг и вот это вот. Слушай, я доволен. Если честно, я очень сильно доволен. Так, ну что, у нас новый сезон, 62-й начался. Я сразу попадаю на 30-й, как ты видишь, ранг. И давай посмотрим, какие у нас вот ежедневные задания на сегодня. А на сегодня у нас: выиграйте 5 многопользовательских игр. Сделать можно. Нанесите 30 единиц урона зомби-героям. И разыграйте 2 растения со способностью команда. Ну, пожалуй, начнем, наверное, разыгрывать со способностью команда. И в этом случае нам поможет как раз вот эта вот милая зеленая тень. Поехали, друзья мои. Ой, а, блин, я забыл посмотреть, какая у нас колода там. Ладно, ничего страшного. Будем драться против разгрома в данный момент. Вот это я, пожалуй, беру. Знаешь, что меня сейчас смущает в данный момент? А где звук? Где звук в игре, ребята? Я не слышу. Алло, эй, звук. Нет его просто-напросто, ребят. Просто нет. Опа-на, смотри-ка, что он тут делает. А мы сделаем тогда, наверное, вот так вот. Стоит ли мне это делать? Наверное, пока нет. Прокачивается чувачок. Пускай прокачивается, ребят. Пускай прокачивается. Вот я думаю, что... опа, опа, опа. Давай-ка я вот так вот сделаю. Этот все елозит, все елозит. Ну, его мы можем с тобой просто-напросто элементарно скинуть. Вот и все, ребят. Вопрос в другом, что... вот что он придумает. Так. Слушай, в броню мы ему не стукнули, ребят, так что... вампирчик, да? Давай, я, наверное, сделаю вот так вот. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я знаю, что у него сейчас работает защита, ребят. Вот что у него там, хп или он сейчас уничтожит мне орех? Посмотрим. Что он здесь предпримет? Или хп себе восстановит? Абсолютно ничего не стал делать, но... этот елозит. Так, защита сработает? Сработает. Давай сдуем кого-нибудь. На самом деле я бы немножко другого хотел бы, чтобы сдуло, но... уж, как говорится, что есть, то есть. Так, а нам нужно нанести... ну, я думаю, что тут всем все и так прекрасно ясно, да? Это делается так, и потом... смотри, сейчас что будет. Они бомбанут... а, он сейчас себе восстановит здоровье. Но восстанавливаю себе там здоровье. Сколько там? 8 хп.
странно, ребята. Очень странно. Все? Все? Я, честно говоря, думал, что он немножко по-другому сходит, сыграет. Ну, а что я могу сделать? Ну, вот так вот он захотел сыграть. Что же, флаг ему в руки. И барабан, как говорится, в зубы. А мы... Да, мы это сделали. Так, нанесите 30 единиц урона зомби-героям. То есть, нам надо еще, ребята, сыграть. Но будем мы уже играть, наверное, не за зеленую тень, а... Давай за Бонг Чой. Сыграем разочек. Но мне почему-то кажется, что сейчас я проиграю. Так, 22-й ранг. Это у нас... А как его звать-то? Короче, неважно, как его звать. 22-й ранг. Ну ладно. Видишь, он со своими телепортациями меня достанет. О, почему он делает вот это не тогда, когда мне это надо, а, ребят? Ну почему? Ну, и что там задумался? Ну давай сделаю вот так вот. Отлично. На тебе 3 урона. Ну давай, давай, ставь свои сундуки. Ну все на этом, надеюсь. На. До свидания. Поехали. А там уже пускай что хочешь там ставит. У нас, если что, есть бомбочка. Не, парень, этот фокус не проканает. Это мы сейчас уберем быстренько, да? Та-та-ри-та-ти-та-та. Давай сделаю так вот. Заморозку он, ребят, хотел сделать. Понял, что он хотел сделать? Он хотел, ребята, сделать заморозку. Но у нас могилоед еще один есть, слава богу, поэтому... Иди отсюда. Ну... Блин, неужели в бл... На! Как же я ненавижу, ребят, когда в броню бьешь. Ладно, есть орех. Есть орех. Есть орех, есть орех. Так, он же его перекинуть собирается, да, я так понимаю? Ну да. Давай-ка сделаю так. И что еще можно сделать? Он сейчас сделает на него кровожадность, насколько я могу понимать. Скорее всего. Угу. Бонусную атаку. И куда он его? Сюда, что ли? Поехали. Отличная карта. Так, ну если он собирается его сюда переметнуть, а он его наверняка собирается переметнуть, ребят, то... То я не думаю, что это лучший вариант для него. Что можно сделать?
Вот так вот он. Вот так он решил сделать. Угу. Давай сделаем его вот так вот. Ну, пока, ребят, вот это вот что, все, что я мог позволить здесь. Если он повесит на всех кровожадность. Ну давай, давай, хорошо. Давай сделаем так. Отлично, ребята. Вот сейчас интересно раскладиться будет у нас, я тебе скажу. 2 единицы урона ему нанести, да, надо? Ты серьезно сейчас вот это вот? Все, ребята, он сдался. Я уже хотел либо лаву гуаву думал, либо авокадо ставить. Ну, тут можно было бы, ребята, что-нибудь придумать. Какую-нибудь хорошую тактику, в принципе. Можно было бы его разобрать в хлам. Так, ну что, нам нужно... Сколько там еще? 2 или 3 поединка сделать? Так, давайте теперь посмотрим, например... За колпака у нас не особо хорошо получается. Давай, наверное, сыграем за нашу миленькую... Как назвать-то? Вспышку на солнце, да? Подсолнушек наш. Наш маленький подсолнушек. Так, и нам достается... Опять этот... Как его звать-то этого... Чокнутого-то. Я уже и забыл, если честно. Рука, в принципе, неплохая, ребята. Для начала пойдет. То есть 1-2 есть. Но опять же. Опять же, ребят, начинается вот это вот на перемещениях, блин. Давай сделаем так. Лучше бы, как для меня, ребята, это солнечный удар, понятное дело. Есть микс фруктовый. И это все? Поехали. И это все, и это все. Так, ну что, мы, наверное, прикроемся здесь для начала, да? Давай прикроемся для начала. Вот таким вот образом. И что мы сделаем? Ну, у нас не очень много вариантов, в принципе. Будем знать, что здесь у него чувак с мишенью сидит. А мы ему в блок, да? Нет, ребят, в блок мы ему не пробили. Пум-пум-пум-пум, пум-пум, пум-пум-пум. Так, что он там может поставить? Он кого-то может переместить, да ведь? Давай ХП усилим тогда. Вот так хотя бы. Он начинает шаманить. Он, друзья мои, начинает шаманить. Еще за 0 вытягивания. А почему 0-то? Ребят, с чего ему такая, извините меня, благодать прилетела? А?
Я ему поменяю вот эту всю фигню. Пускай даже не надеется тут на халяву, ребят. Просто мне интересно знать, кто там у него. Давай, наверное, так вот сделаем. Блин, где мои эти, друзья? Где мои... Как их звать-то? Скажи, я скажу. Он опять сюда ставит, да? А, нет, это у него не то, ребят. Ну, это ерунда, ребят. Это, вот это... Этого разнесем в следующий раз. Меня сейчас больше другой интересует. Меня сейчас больше интересует немножечко другое, ребят. Давай-ка я сделаю вот так вот. Ну и вот так. Посмотрим. Просто хочу посмотреть. Если бы ему 2, то 3, 5. Всего лишь 5 в лицо. Нет, ребят, не получится никак. Клубники нету? Нету. Так, ну этого накажем уже, да? Получается. В следующий раз. Вот это плохо. Вот это, ребята, плохо. Все, да, на этом. Давай сделаем, наверное, так. 8 и 2. Поехали. 3 и 5, 8, да, получается. Где мой микс? Ребята, где мой фруктовый микс? Скажите мне на милость. Ну почему? Ну клубничка, ну господи. Сейчас что-нибудь. Ну вот, сейчас этих уничтожит. Дело дрянь. Нет у меня, ребят, фруктового микса. Вот в чем проблема-то. Вот как думаешь, у него за 2 энергии есть что-нибудь? Ну, прокачаешь ты кровожадность. Хорошо, допустим. Нет, 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 нет. Есть. Все, ему хана, ребят. Как папа-то. На. Хлопенье несчастное. Видали? Вы видали, как папа может? Ё-моё, ребят. Из практически невыходимой ситуации мы просто с тобой порвали этого фуфлагонщика. Да, ребят, как-то вот так вот. Фух, пойду-ка я, наверное, кофеечку налью. Так, увидимся попозже немножко. Ехали дальше. И так, за вспышку на солнце мы поиграли. Давай попробуем теперь. Блин, за капитана Огонька очень сложно будет, но давай я все-таки рискну. Я рискну, ребят, за него сыграть. Я думаю, ни для кого не секрет, что капитан Огонек, как бы тебе сказать, не особо у меня в ходу. Так же, как, в принципе, и Цитрон. Да, наверное, и этот тоже не в ходу. Но мы попробуем. Ты посмотри, этот уже нам... Который раз он нам выпадает здесь, а? Ой, как нехорошо, ребят. Как нехорошо. Мне и поставить-то нечего. И могилы еду у меня, к сожалению, нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Беда бедовая. Голова садовая.
А это что у меня на... Опа, на. Это что за фокусы? Что за выкрутасы? 9-й ранг, серьезно? Ну тогда... Тогда давай сделаем вот так вот. Да, погибнет, ребят, конечно. А этого мы можем с тобой сюда переметнуть, если что. Вдруг, вдруг тут нам так захочется его уничтожить. Вряд ли же он сюда кого-то сам поставит по своей воле, да? Или поставить все-таки. А, вот, вот, вот этого хламона мы с тобой как раз-то и перетянем сюда. А, он может, друзья мои. А что он может? Он может его в обратную сторону брать. Давай не будем рисковать. Или будем все-таки? Не, не будем. Или будем? Не знаю, ребят. Давай я так сделаю. Если он сейчас его уберет... Нет, он не стал его убирать. Ну и слава богу. А у нас есть вот такой вот замечательный, ребятушки, банан. А вот это вот не есть гуд. Так. Так, ребят, что-то намечается, по-моему. Вот кто у него здесь. А он что, хотел на заклинашках, что ли, поработать? Или что? Где мои замшевые комочки, ребят? Вот скажите мне, пожалуйста, где они? Я их не вижу. Так, капитан Огонек, успокойся пока еще. Не время радоваться. Хэнза, смотрю, вроде серьезно подошел к игре. Мы можем банан с собой поставить. Этого однозначно надо шлепать. Этого мы шлепнем. А банан поставим куда? Сюда. Да? Ну давай так попробуем. И почему я не удивлен, а? Давай 20 в лицо. Ой, 22 в лицо ему. А что, теперь поставим клевер? Наверное, будем ставить клевер, потому что... Ну, плюс 4 я пока делать не хочу. Без сева, конечно, ребят. Ну, давай я так сделаю. Слушай, ну... В принципе, друзья, меня устраивает такой расклад. А вот это вот нет. Меня вот это не устраивает. Блин, 6 в лицо сейчас получим. А у него сейчас сработает... Нет, не срабатывает нифига. Так, мы же здесь бонусную атаку наносим, да, получается? Если я сейчас поставлю этого сюда, вот таким вот образом, и сделаю, например... Ауч. Хорошо, давай смотреть. Даже так... Хорошо. Это терпимо, ребята. Это пока терпимо. Главное, мы вот эти сейчас всех разнесем. У него 3 карты, у нас есть... У нас есть, например, виноградина. Но также у меня есть и вот этот вот парень. Ты знаешь, что если этого парня под плюс
плюс 4 сделать, то он разнесет им тут все. Все, что можно. Понимаешь? Да, тут у него сработает блок, я не спорю. Смотри-ка, что начинает тут чудить, а? Ну давай сделаю так вот, уговорили. Посмотрим просто, кто у него тут. О, кто. Вытягивальщик карт. Но ты не забывай, что он еще здесь сейчас вытянет карту. Потому что в блок пробьет. А после этого я делаю вот эту штуку. И все, ребята, и ему крышка. Или сюда, тут у нас два варианта. Либо здесь, либо здесь. Мне еще и ландшафт выпадает. Тут вообще ему без вариантов. Сейчас просто разнесем и все. Сосисочник этот не поможет. Мы его просто сейчас перенесем. Это тоже не проблема, ребят. Смотри, что мы делаем. Мы берем с тобой, убираем отсюда сосисочника. И делаем вот так вот. Хоть это предназначалось немножко для другого, но пришлось на картофельного страуса, или как его там звать. На него, короче, применили мы. Так, ребят, нам нужно еще один поединок выиграть. За кого сейчас сыграем? Давай за мою родную зубастизилу. Я 1000 лет за нее не играл, ребята. 1000 лет, я давно. Я сейчас... У меня она тоже на хилах, но я ей предпочитаю сейчас орех. Вот орех сейчас рулит у меня. Йоу, красоты. О, не, только не... Блин, ребята, я... Это совсем другая колода. Это экспериментальная колода. Потому что, когда я увидел ландшафт хилищий, все, я уже сразу понял. Я уже сразу понял, на что идет намеки у нас. Понятное дело, что он там имеет. Сейчас посмотрим, ландшафт есть у него или нету. Да это он притворяется, что у него типа нету ландшафта. На самом деле все у него есть. Но два-то он в лицо вряд ли захочет. У него валун, естественно, ребят. Поэтому я и не стал ставить. Ну давай сделаем так и так. Я не удивлюсь, если у него сейчас будет два валуна. Ты видел, что у него? У него два флакона. Точнее, один флакон, но понятно, короче, да? Давай еще разок. Видишь, что у него? У него еще валун. Ну, короче, я понял, ребята, на чем он тут играть собирается. Блин, у нас нет могилоедов, ребята. Вот у зубастизилы большущая, огромная проблема. В том, что нет могилоедов, да. Так, ладно, пускай он тут вытягивает все эти карты. Посмотрим сейчас. Смотри, смотри, какие у него карты. В основном на заклинания, ребят. Угу. Иди в другом месте ку-кукай. Ну что, сейчас будут всякие ракеты, бомбежки и тому подобное. По идее, ребята, он вот эти карты должен был брать, знаешь, на ком?
который усиливает колоду. Кто? Это чудило, ладно. Вот сейчас будет самое интересное, ребят. Так, начинается вытягивание. Думаем, да? Кого поставить? У него фараон там. И все? Прокачивается. Ага, я понял. И я тебе, пацан, прекрасно понял, что ты собираешься сейчас сделать. Я тебе, пацан, прекрасно понял. Ага, уничтожает. И вирусы пошли, ребята. Ну а как же без вирусов? Я так понимаю, ландшафта у него больше нету, да? О, все, он потратил последнюю карту. Погнали, друзья. Бомб у него больше нету. Поехали. Все-таки уничтожает. Ладно, хорошо. Так, сколько там? Два. Это. Давай в блок. О, попал, чувачок. Чувачок попал, ребят. Чувачок попал. Подожди секунду. Чувачок попал. Так, я сделаю вот так вот. Хорош пока. Ну, то, что он там мозги свои разгрывает, это, ребят, ерунда. Заморозка всех растений на земле, да, ради бога. Это последняя карта, которую, ребят, он использовал.
О, да. Так, подожди секундочку. Наверное, так сделаем. Шамансов. Хорошо, посмотрим. Лишь бы ему не выпала ракета или еще что-нибудь в этом роде, ребят. Или какое-нибудь усиление. Вирус. Надеюсь, тебе не вирус будет выпадать. Иначе, ребят, будет фиаско. Блин, у него шаманство еще выпадает. А сейчас он еще и вирус выхватит, да, отсюда? Так, 5,5, 10. Блин, твою налево, а? Ну и как быть? Так мне это не поможет, друзья. Давай смотреть. Да ты посмотри, твою налево. Он вытащил вирус, ребята, блин. Да всяко здесь не сработает этот, блин. Надеюсь, это то. Нет. Если бы он сейчас бы, ребята, попал бы в блок, я бы съел бы самого слабого по здоровью, а это был бы вот этот вот. И тогда бы мы пробили бы ему 18 в лицо, а так, к сожалению, не получилось. Эть, не надо. Поэтому я говорю, сейчас в мете у меня, ребят, стоит немножко другой персонаж. Так, ладно, давай отыграем тогда, знаешь, за кого? За кого? За кого нам отыграть? А, отыграем за... Давай за орех. Вот орех покажет, ребят, как надо играть. Наш бравый орешек знает толк в скорлупе. Да? Он знает толк в скорлупе. Так, опять какой-то 8-й ранг нам дается. Да. Ну, 8-й ранг, видимо, ребят. Увидел 30-й, у него глаза на лоб вылезли. Он сказал, да ну нафиг, лучше я сдамся. Ну, а мы выполнили с вами все ежедневные задания, кроме еще одного. Один еще, ребят, остается у нас где? Вот здесь. В раннем доступе. Так, высоковольтная ягода любит видеть ягод в бою. Так что стратегическая колода ночного колпака опасной ягоды придется очень кстати. Ой, ну не против же бессмертия. Ну, вы серьезно, блин. Ночной колпак против бессмертия, ну это... Это не серьезно, ребят. Сейчас еще летучую мышь поставить свою, да? Нет! Вот мне нравится, когда они прокачивают друг друга. Это прям вообще шикарно. Да ничего я пока ставить не буду. И вот сейчас он поставит сюда летучую мышь. О, ну зачем? Зачем выпала ему вот эта пакость, а, ребят? Даже так?
Не захотел он получать 4 в лицо, он захотел получить просто 3 в лицо. Давай так сделаем. Да что это за бессмертие-то такая, которая... Дядя, давай завязывай вот эту вот свою ерундовину. Ну все, ему кранты получается. Да, ребят, бессмертие побеждена и задание у нас пройдено. Я нас с этим всех, конечно же, поздравляю. Хорошо поиграли, но зубостизило сегодня меня немножко... Ну, и на самом деле не та колода, ребят, была. Там была экспериментальная, поэтому как бы вот так вот. Ну что, друзья, на этом все. Сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.